Добрый день, дорогие друзья, с вами Лестер, и сегодня мы попытаемся пройти миссию Дар Молот в игре Warface на уровне сложности профи. Давно я не играл в Warface, но ничего, я думаю, руки сейчас вспомнят. Я только надеюсь, сейчас команда не сольется. Вон уже у кого-то жизни осталось. Чуть-чуть похерили, чё? И нас почему-то... Нас трое? Уже какие-то сюрпризы игра нам преподносит, остались только втроем. Почему-то остальные двое не загрузились, почему я хер его знает. Я надеюсь, только эти игроки не сольются, как сейчас. Грач тебе нужен. Так, 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 я себя подлечу. Не беги вперед! Ну куда он побежал, придурок? Так, слушайте, я не понимаю, почему остальные двое. А, реально. Вашу мать, да. Знаете, это какое-то веселье уже начинается. Просто вот, реально. Реанимируйся, ты чё? Так, этого я уже по-любому воскресить не успею, у меня не восстановится аптечка. Стой тут, аккуратно давай играть. Так, вот знаете, если мы сейчас вдвоем с ним прорвемся через всю контрольную точку, вот это эпик будет просто. Так, главное вот этого сейчас убить. Отлично. Так, гранатометчика я снял. Сейчас наверх не лезь. Так, снял снайпера я. Так, я надеюсь, тут никого больше не осталось, потому что... Почему те два игрока не загрузились, вы втроем были вынуждены что-то делать? Вниз не спрыгивай, главное! Стой тут! Стой, стой, не залази наверх! Так, вот я эту гниду, я уже, суку, вижу. Отлично. Так, так, лечим. Не лезь наверх, не лезь! Все, я надеюсь, он меня будет понимать и слушаться. Потому что... сейчас, если бы он вниз прыгнул, мы бы сразу все однозначно умерли. Ну, в смысле, он бы умер, я бы даже лечить его вниз не полез. Так, может, еще кто тут есть? Дай патронов. Так, отлично. Так, сейчас смотри, я спрыгну вниз, а ты стой наверху и отстреливайся, окей? Чувак. Все, кивает, отлично. Слушайте, у нас прям это... Какой-то тактический дуэт. Так, вот он, вот он. Все, прыгай вниз, ко мне, быстрее. Отлично, все, понимает. Чувак понимает. Потому что жизни у нее тоже осталось немного. Так. Держись рядом со мной всегда. Так, 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 вместе будем, вместе, вместе ходить. Черт. Воу-воу-воу-воу! Слушайте, так, так, я тебя вижу, гнида. Отлично, чувак, чувак, отлично сработал. Подожди, подожди, подлечу. Так, неплохо, неплохо играем. Пошли наверх, поднимемся. Так, 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 так. Мне уже страшно, знаете, вот. Реально, фиг знает, что тут будет. Так, так, аккуратненько. Фу, комар перед лицом у меня летает, блин. Фу, уйди. Так, 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 кто там? Отлично. Так, чувак, подожди, сейчас. Стой, перезаряжусь и подлечу. А тебе нужна, тебе нужно лечиться, да? Так, ну если сейчас мы до контрольной точки дорвемся, то это эпик будет просто. Вот, ребят, честно говорю. Я думаю, вы сами понимаете. Пошли обратно. Вот так с ним обойдем. Потому что вниз я прыгать. Я думаю, что не надо вниз прыгать. Лучше встаю. Чего? А, типа вместе, что ли, подождать? Что? На Т. Английское Т. Спрашивает, что нужно нажать, чтобы говорить, если он... Вы не понимаете просто. Ну, не сможете прочитать. Паш... Блять. Извиняюсь за мат. Да, я тебя слышу. Какой ребенок там на микрофоне. Слушайте, я играю со школьником. Пошли, пошли, аккуратно, давай. Слушайте, я играю со школьником, но он хорошо играет.
Я надеюсь, сейчас я не сглажу. Вот, но... школьник и играет хорошо. Вот сейчас рез тут будет, тут много будет их. Давай, не высовывайся. Так, слушай, наверное, тебе нужно будет пробежать их, активировать, ну, чтобы резнулись, и обратно беги сюда. Окей? И беги туда, активируй врагов, чтобы они на тебя полезли, и сам убегай ко мне, если что, я тебя буду лечить. Только сразу назад, как они появятся. Назад, назад, назад! Давай, давай, давай! Давай, я тебя лечу, отстреливайся. Вашу мать. Чувак, я тебя спасу. Нет, не спасу. Вашу мать, там... Вы видели, да, снайпер? Если бы я его начал реанимировать, он бы... Просто меня бы убил. Твою мать, я один. Чёрт. Чувак, прости, если ты меня слышишь, я просто никак не мог тебя воскресить. Ебать. Извиняюсь за мат, но, блин. Кто-то сзади бежит на меня. Где ты, гнида? Это вам за бедного чувачка маленького, которого убили, который был моим напарником, моим другом. Фух. Не, чувак, молодец, реально, вот... отлично сыграл, вот я вот прям вот респект увожу ему. Я тебя вижу, гнида. Так, нас пятеро. Так, контроль точка уже рядом. Да! Ну вот, в принципе, и все. Саму миссию мы не прошли, поэтому я решил прохождение вам это не показывать, а показать только вот этот вот отрывок. Отдельно хочу сказать спасибо парню с ником Санькус, вот именно с ним мы сейчас вдвоем прорывались, вот, действительно классно парень играет, и хочу сказать отдельно спасибо чувакам из группы Warface, она так и называется, просто Warface, я думаю, ее легко найти, там около 17 тысяч человек, за то, что они размещают мои видео у себя в группе, большое им за это спасибо, но что касается планов, то также буду делать какие-то ролики по Warface, прохождение, может скоро PvP режим освоим, вот, что-то интересное там найдем, вот, и... Что ж, это, пожалуй, все, что я хотел сказать. Удачного вам дня. С вами был Эстер. До новых встреч.